Добрый вечер. Еще один замечательный ролик про необычные находки. Сегодня гуляем, мы натолкнулись вот на такой замечательный киоск. Это убийца всех современных ларьков и киосков, где можно купить разнообразные закуски. Полностью автоматизированная система. Я с такой еще не сталкивался. Как она работает? Кстати, работает 24 часа, еще показывает прогноз погоды и все прочее. Вы выбираете всякие разные снеки и все, что здесь есть в ассортименте, с одной и с другой стороны. Каждое наименование пронумеровано. Номер вы набираете вот на этом паде, после чего в монетоприемник или засовываете монетки, или засовываете купюры, или оплачиваетесь пластиковой карточкой. Ну, попробуем, как все это работает. Вот я выбрал все чипсики. Набираем их 11.05. D для принятия заказа. Соответственно, сейчас мы карточкой все это дело оплатим. Засовываем еще разочек. Нужно свип делать, все, я понял, это не совсем врубился. О, как. Все непросто. Во. Ну, наверное, вот. Ждем-с. О, поехала робот-приемщик. Повторяю, первый раз пользуюсь этой системой. Интересно, никогда еще не видел такую штуку. Вот это сюда. Опс. Вниз на вот так вот поехал. И... О, шайтан-машина! У меня есть чипсы. Круто. Я так понимаю, что вполне вероятно, возможно создание таких машин, чтобы можно было продавать еще и пиво, и сигареты, и все-все-все необходимые вещи. Вот. И... Как мне подсказывает моя чуйка, это такой орган, который отвечает за ощущение того, что будет в будущем. Походу ларькам настал тирдык. И в скором времени вот такие роботизированные мини-магазинчики вытеснят все и вся на планете. Аминь.